Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress at Info, перед нами Samsung Galaxy M31s, и в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять мелодию будильника на данном устройстве. Для этого мы заходим в приложение «Часы», которое по умолчанию предустановлено на наш девайс, удалить его отсюда нельзя, у вас 100% здесь оно будет. Слева снизу выбираем будильник и нажимаем на нужный нам будильник или нажимаем на плюсик, чтобы создать новый. Видим вот такое вот меню, здесь нажимаем «Звук будильника» и нажимаем «Мелодия». Нажимаем «Разрешить», и здесь у нас есть разное количество разных мелодий, а справа сверху, нажав на плюсик, можно установить какую-то свою мелодию. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. До свидания!